Дамы и господа, рядом со мной уникальный человек, Дмитрий Брикоткин. Знаете, почему он так рад? Потому что он меня узнал, он вспомнил. В 2006 году в Сочи Дима дал мне пендель. Это было так. Мы фотографировались. Я говорю, давай быстрее фотографируй, это же Брикоткин. А он мне дал пендель и говорит, слышь, расслабься, мы с тобой на одном этаже живем. Потому что это был Сочи, я фестиваль. Я не жду его КВН. Обратно, то есть дал и дал, и как бы и носи на здоровье, не надо мне возвращать. Ношусь с честью и достоинством. Дима, скажи, пожалуйста, про что фильм «Везучий случай»? Ну так вот, для тех, кто не знает. Или даже нет, если вот убрать вот это поверхностное, выигрыш 43 миллиона, и вот скрытый смысл. Про то, как вылезает из человека дьявол. А потом, если у тебя достаточно сил, ты запихиваешь его обратно, наверное. Про это. Ну, дьявол, бесы. Ну, это можно назвать какими-то тайными. То есть много названий у этого состояния. Угу. Какие-то тайные твои, ну... Ну, это про то, что деньги портят. Наверное. Деньги портят, деньги сносят крышу, деньги... Они не портят, они просто... Ну, это как вот... Когда человек... Адреналин же не портит человека, и тестостерон. Он просто делает человека другим. Да, вот это то же самое. То есть человек входит в какое-то состояние, несвойственное ему. И ему нужно, наверное, либо от этого как-то избавиться, либо переждать, пересидеть и дождаться, пока это все... Это вся газировка, кока-кола, пузырьки уйдут, и все встанет, и все устоится, встанет на свои места. То есть прям какой-то психологический триллер, а не комедия нас ожидает практически. Ну, это просто мое видение. Я его уже третий раз смотрю. Надо же что-то мне вам... Надо же что-то мне в нем увидеть новое. А как он становится? Лучше с каждым разом или хуже? Кто? Человек? Кино, кино. А, кино? Кстати, вот мне кажется лучше. То есть я первый раз, когда смотрел, я такой, да что ж такое. Второй раз я такой, сегодня, мне кажется, я уже буду смеяться прямо. Или меня отпускает потихоньку нервное, либо там действительно начинаю что-то видеть. Там. Я напоминаю, что Дмитрий тоже является креативным продюсером, и он нацелен на то, чтобы отбить деньги, поэтому вот третий поход в кино – это уже когда начинается ржака, хохотушки. А если... Сходите три раза, это как бы очень важно. Именно тогда все начнется. Боженька, он же троицу любит. А если вот возвращаться к тому, с чего начали, про вот это измененное состояние человека из-за денег. Дмитрий в свое время работал на стройке, правильно же? И освоил там массу профессий. А потом все-таки КВН поглотил и шоу-бизнес. Ну и, наверное, все-таки это правильный поворот в плане финансовой состоятельности. Все-таки, если бы ты не строил Олимпиаду в Сочи, то, наверное, в шоу-бизнесе ты все-таки зарабатываешь больше. Наверное. И вот у тебя как-то, ты заметил какие-то изменения в себе, когда бац-бац-бац, и там, ну не знаю, проведение новогоднего мероприятия стоит уже там не 6 тысяч рублей, а уже там 60 тысяч евро. Ну я образно цифры тут говорю. Именно важно. Как раз то, о чем мы говорим, есть разные технологии как бы достижения этого. То есть если это происходит в режиме поплавка, то есть поднимается уровень воды, ты с этим уровнем воды поднимаешься, то есть ты как бы ничего не чувствуешь. Угу. О! А что такое? Ну, Бентли, а что? Просто машина стала длиннее. Ну, да, и все. А ноги у жены тоже подтянулись. Происходит разово, ну, как бы не разово, а так вот экстремально. Тогда, наверное, что-то происходит. У меня это происходило в режиме поплавка, причем, ну, глубина была такая, не очень большая. Поплавок лежал. Воды вообще не было. Потом начали в ванну набирать. В налоговой иногда клевало. И... Вот такой вот вопрос. Чем занимается креативный продюсер на площадке? Вот там было такое, что помимо актерской работы тебе приходилось включаться вот в продюсерскую историю? Ну, честно, я понятия не имею, чем занимается креативный продюсер. Я даже с ними знаком, вот даже с, вот с нашими, к ним настоящими. То есть мы там были продюсеры, это как бы вообще непонятно что. Мне кажется, просто какой-то элемент контракта просто. Но это какой-то груз ответственности дополнительный. Это смысл в том, что из-за того, что это как бы, это же индустрия, мать ее, никуда не деться, кроме вот этих вопросов творческих, еще тысячи других вопросов. То есть, допустим, хоба, аренда вот этого места, а вот здесь, а вот тут подходит
милиционер и говорит, а у вас здесь стоит машина со световыми приборами, как? И бежит человек договариваться, чтобы дали разрешение, или этот мент куда-то ушел, ну и так далее. То есть тысяча вопросов, это вывести, привести. А где локация, почему этого нет? А тут палатку поставили не тут. Короче, начиная от кофе, который нужно заварить всем и накормить там обедами, там, какой-то жареной яичницей. Там, тебя превратили всячей в такого человека в том числе? Или, в смысле, ты решал эти вопросы? Нет, я просто рассказываю, что это такое. Uh-huh. Я, конечно, к этому дело не имел, а просто наблюдал за всем этим вот так вот. Боже мой, а я думаю, мне слова надо выучить. Да, боже мой, тьфу, это разве задача? Вот это все сделать, вот это круто. Вот в этом... Победа находится в тылу, короче, вот это. Тыловые службы – это самое главное. А знамя поставить, что там, ерунда. В этом году, в том году, в 16-м году исполнилось 10 лет песни «36 мне 36, у меня все впереди». И в этом году прямо очень многие ее вспомнили. 46. Да, и прямо Инстаграм забросили. А 46, в этом году... Мне 46, у меня все по-прежнему, да? Вот я хотел спросить, что за эти 10 лет в той или иной степени кончился КВН, были проекты на Первом канале, очень большой проект у вас, ваша альма-матер, это «Уральские пельмени» на СТС, который, ну, наверное, самое топ-1 развлекательное шоу на этом канале. И... Что еще впереди? Вот в этом году можно спеть 47 мне 47. Что дальше? Да, дальше... Уже и полный метр что... снял, фильм есть уже. Что дальше? Ну, дальше, что пока глаза у тебя как бы, ну, там, не затуманены катарактой, ты вперед смотришь, и все у тебя впереди. То есть, как бы, ну, все что угодно. Есть фильм, а может быть их два, а может быть 10. Есть такой фильм, а может быть другой. А может быть, с кем-то еще, и так далее. То есть есть шоу, которое там такое, а может быть, будет какое-нибудь другое шоу, а может быть, мы это качественно сделаем по-другому, и оно будет еще сильнее. А может быть, ты скажешь, да идите все, едешь в Дахаб на виндсерфинге кататься дауншифтером, и скажешь, вот что было круто-то, вот на самом деле, вот что мне было нужно, и вот это достойнейший финал всего на свете. Кто знает. Это... Кстати, как ты отдыхаешь? Ну вот, виндсерфинг – это один из прямо, это один из тех, слово-то надо мужского рода придумать срочно. Один из ништяков. Тех, один из тех способов, да, которые доставляют огромное удовольствие и душевное, и качели душевные, в общем-то, вывешивают в равновесии и так далее, и так далее. Ну, конечно, хоккей. Я вам завидую, питерцам, конечно же, за вашу, блин, команду такую. Две? Ну, вторую не знаю. Динамо. Это коммерческий какой, проект. Это не этот, не КХЛ, да, это я понимаю, ВХЛ. Потому что такой хоккей. Я один раз присутствовал на игре. Конечно, этот зал, где, я не знаю, сколько тысяч. 14, да. 50. Так, глазомер нормальный. Ну, я, мне показалось, да, я был в роговое право. Сегодня в зрительном зале будет 1 000 000. 1/5 Питера. Потому что я, конечно же, с удовольствием болею за свой родной автомобилист, екатеринбургский, но просто такой зал, так, конечно, иметь такую команду, это вообще. Павел Дацук наш вам помогает как может. Спасибо ему за это. Так что я вас поздравляю, вы уверенно шагаете по плей-офф. И, в общем-то, желаю вам всего сейчас хорошего. Сейчас-то как раз что-то позахромали. Ну ладно. Захромали. Дима, не об этом речь. Да, у меня предложение. Поскольку все впереди, давай вернемся к раскрутке твоего Инстаграма. В 2014 году... У меня нет Инстаграма. Нет, есть. Нет, есть, смотри. Фейк, и у тебя целых 5 фотографий. 402 подписчика вот, у тебя. Напиши этому персонажу, что смотри, как вам не стыдно. Ты пользовался им всего лишь целый один день. Это как говорится. 30 октября 2014 года. Я обожаю этот фильм, это мой любимый фильм. Вот цитата из этого фильма. Это говорится по-грузински, а потом переводится. Это говорил кто же. Такие, как вы, вот вы, автор, позорят республику. Хачикян – это я. Это не Дмитрий Брикоткин, точно. Хорошо. Вот я глядя, вот смотришь на меня сейчас, стыдно тебе, да? Эх. Да эта девочка уже забыла, что открыла такую страницу. Девочка? Там, ну, я не знаю. Чуть-чуть мягче. Эх. И сексуальности добавлю. Эх. Ну, мы сделаем. Давай. Конечно. С тобой много фотографируется? Достаточно.
чтобы открыть. От тебя не сильно, фото, не сильно убудет. Фотовыставка. Дмитрий Приходькин, спасибо большое. Пожалуйста. Мы надеемся поржать. Конечно. Нет, там есть прямо шикарные моменты. Прямо вот тебе, как человеку, который сталкивается с юмором профессионально или сталкивался раньше. Ну, тогда это было смешно, когда получил пендаль. Там прямо есть прямо хорошие такие вкусные куски. Прямо класс. Хорошо. Спасибо большое.